курок, кутечку. Я еще не заработал на траву. Как нет? Мы же ехали полтора часа. И что? Нам надо подкрепиться. Ворот. Ну что, начинаем сбрасывать жир? Угу. Зима закончилась? Я пчелка, пчелка, пчелка. Я шмыл. Ос. Это не то, на чем крутится наша земля. Ос – это полосатый мух. Джокер, мокер. Какашка. Ты велосипед взял? Да, лук есть. А велосипед? Есть тоже. Я его не вытаскивал. А колесо переднее? Просто зачем? Лук или понял? О, серенький, серенький. Игорь, вот честно, посмотрел все там пять этих херней этой темы, не нашел маршрута с поправкой, как ты это выкладывал. Джокер, молодец. Я понял, что не нашли мы. Вроде бы был. Мируся? Дава. Смотри. Очень были длинные. Ну что, хорошие штанишки. Вчера начался, я вчера мужественно не ужрался на вечеринке. Привет. Вовремя? Да, вы сегодня молодцы. Я только за телефон. Только хотели позвонить. Здорово. Ух ты! Да! Смотри, ух ты! Я тебе хочу сказать, привет. Ух ты! Очки к нему прилагаются. У меня свои есть. Тогда он уедет. Не, вот для сфотографироваться. А-а-а. Ты чего? Что за домики такие? Это на меня! Давай! Можно и так? Да, я... Аня! Киберов! А как его снять, Саша? Рога, Саша, это плохая примета. Да, ну, чё, ты в семье. Подожди. Давай. Я сюда, давай троем, троем. Обман, это мираж. Что мы и делаем? А, Саш, загадывай желание. Чел? Он расслабился. Он просто знает, во что это ему потом выльется, если он начнет говорить. Он просто у него подъемы устраивает, то есть он. Красавец, ну. Это круто. Ну, это орел, это какой-то. Это ястреб, сокол. Я точка. Я просто не медведь? Да, вовсе не медведь. А у нас мед. Ты случайно реверс не дай там? Мед. Что делаешь? А ему не страшно, он летать умеет.
Первая. Резко не тормози и только передним колесом. Не, Марусик, ты молодец. Кушать хочется? Курасон там береги. Это нахрен сын? Все на маршрут я бы не поехал. Вы думаете, мы сегодня собрались на маршрут? Мы сегодня маршрут, это был чистый повод, чтобы для этого вот мероприятия. А поводов аж целых два. Тут у нас два праздника. Это 8 марта, и у нас есть тут... Я единственный представитель, да, но который вес этого представителя, это половина нас. Потому что это лучшая половина человечества. Второй праздник это Пурим. Хотя, вроде бы, казалось, что эти два праздника между собой не связаны. Мы очень хорошо связали. Мы на самом деле не связаны, потому что в обоих замешана женщина. Давай, наши лучшие парни. Спасибо. Возьмем Марта. Спасибо. Спасибо, Марта. С Пуримом. Женщина! Старый. Они умные делают, значит. Отец, откройте нам секрет. Рост километров 15. То, что должно вернуться, типа. Я себе взял. Ты меня заставляешь опять торгиться. Колесик не приделай, ты доберешься наверх. Как же ты машина? Ну это ты набрал. Ух ты! Ну если захотеть. Мы такой съедим. Самодельного хумуса. Ух ты! А, все водители? А я не водитель. Горят? Не, что я справлюсь. Ну, все, открывай, открывай. Я справлюсь. Я просто... Я... Вау. Я тоже. Один. Ну, она
но не горячее, скажем так. Дарит, вот это можно брать? Стеночки. И можно это есть или только брать? Попробуй.